В этом видео вы увидите битву донатеров против ветеранов. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и смотри это видео без перемоток, потому что в этом видео ну просто полный трэш. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у нас будет очень крутая, очень улетная и очень сложная битва. Донатеры против ветеранов. Ребята, играем ровно до 5, играем только Б и Тёмка. А ну-ка, все показали нож, дабы не писали, что кликбейт, ребят, видите, вот это донатеры, вот это ветераны, у них у всех есть медали. Ну что же, а вот теперь можно начинать. Ребята, играем ровно до 5, чтобы видео не было сильно длинным. Надоели стандартные скины в Stand Off 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Твою налево, они уже на Б. Да, убил на нож убил. Блин, я один остался живой, вы как так быстро умерли? В рофлите. Офигеть, я один остался живой, ребята. Это просто фиаско, это полный фиаско, потому что походу сейчас кенту придет конец. Или не придет. 75 хп. Ай-яй-яй, 52 хп. Ой, все плохо. Отходим назад, отходим назад, ребята, отхожу на А. Ох ты, блин, как все плохо. Так как ты такой живучий-то? Наконец-то убил. Так, ребята, остался один на один. Я против ветерана номер 3. Фух, 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 очень напряженная битва. Ребята, пожалуйста, ставьте лайки. Да, я это сделал. Фух, 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 фух. Быстрее, быстрее разминируем, потому что времени осталось не так-то и много. Фух, пожалуйста, пожалуйста, успей, успей. Да, мы это сделали. Вот за такие моменты, ребята, надо ставить огромные лайки и подписываться на канал Кента ПК, потому что реально очень напряженная битва. Тем более, когда донатеры играют как нубы. Так, донатеры, собрались, покупаем АКР и вперед в атаку. Так, все, ребята, погнали в атаку. Я в вас верю, донатеры, вы лучшие. Просто... Твою налево, тут чуть не убили донатера. Так, так, так. Очень напряженная битва. Братан, смотри налево, налево! Фух, еле убили, с горем пополам. Тёмку рашут, Тёмку рашут, Тёмку рашут. О нет, 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 нет. 1-1. Блин. Но, ребят, по крайней мере, мы пытались. Мы дрались, как настоящие воины. Кто-то пишет в чате, что у него были проблемы с пингом. А ну-ка, давайте, кстати, проверим. А ну-ка, тут пингеров нету. Да, не, вроде у всех нормальный пинг. У всех до сотки. Все окей. Так, ребятки, давайте. Я зол. Донатеры. Чтоб мы выиграли, поняли? Давайте. Так, 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 так. Ох ты, блин, Тёмка, 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 хелп, Тёмка, хелп. Тёмка, хелп. Убил, убил, фух, убил, еле убил. 8 хп осталось. Б, 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 аккуратнее, пацаны, Б, 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 Б. Очень, очень напряженная битва. И, походу, мы проиграли. 2-1. Блин. Вот не люблю такие моменты. Вот в прошлый раз против школьников было вообще легко, а вот сейчас, ребята, просто фиаско, это очень-очень сложно. Я даже не ожидал, что будет настолько по хардкору, реально очень по хардкору. Так, донатеры, собрались, мы должны выиграть. В этом раунде мы по-любому должны затащить, потому что мы играем всего лишь до 5, поэтому нам проигрывать нельзя. Так, я понял, меня слепили, я понял. Чуть не умер. О, мы уже кого-то убили. Тёмка, Тёмка, хелп, Тёмка, хелп, Тёмка, хелп. Тёмку просто простреливайте. Ой, красавчики, пацаны, мы лучшие, 2-2, фух. Понемножку догоняем ветеранов. Блин, насколько же потная каточка, мне прям руки трясутся, ребят, я не ожидал, что будет настолько сложно. Вы уж меня извините, то, что я играю так плохо, потому что, ребята, только недавно проснулся, поэтому не надо на меня серчать. Фух, и не надо писать в комментариях, что я нуб, потому что, ребята, даже на том же эмуляторе реально сложно играть, потому что очень часто просто-напросто зависает управление. Ребят, вы даже не представляете, насколько это бесит. Так, лови подарочек. Так, 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 мы тащим, пацаны, пока что тащим, рашим, рашим, пушим, 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 братан, я за тобой, я тебя прикрою. Ой-ой-ой, балкон, пацаны, балкон, балкон один, балкон один, балкон один. Давай, давай. Ай-яй-яй, убили. Блин, 3-2. Ах, потная каточка, очень потная каточка.
Так, ну ничего, покупаю себе АГР. Все, ребят, в этом раунде по-любому мы не проиграем. Ребят, самое главное, помните то, что мы команда спецназа. Мы работаем на деф. Донатеры, помните это, то, что мы работаем на деф. Нам не надо рашить. Мы не должны рашить, мы должны просто дефать и держать позиции. Братачки, кидай вот так, гранаты, понял, такой подарочек, понял, оп. Так. И прострелом. Так, все походу на Б. Походу все на Б. Тёмка, Тёмка один, Тёмка один, Я один остался, вы как так быстро умерли? Опа, минус один. Ой-ой-ой. Офигеть, меня хотел ветеран на нож посадить. Охренеть, не встать. Насколько же все сложно. Фух, так, 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 надамажил. Ребят, пожалуйста, ставьте ваши лайки, только ваши лайки меня спасут. Так, так, так. Один на один остались, один на один. Так, ну ты где? Милый друг, ты где? Патроны закончились! О нет, патронов нету. Блин, это фиаско! Да, детка, мы это сделали! На нож посадили! Ну вы это видели, просто, ребята, вак в комментарии. Фух, вот это потная каточка. Блин, я не ожидал, что будет настолько сложно. Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях ваши идеи для будущих видео. Блин, офигеть, ветеран играет очень-очень хорошо. Даже хорошо это мягко сказано, ветераны просто красавчики. О, офигеть, смотрите, у меня АКР забаговался. Охренеть, смотрите, АКР забаговался, я в шоке. Блин, вот и да. О, все, разбаговался. Так, донатеры, главное, работаем на дефе, помните это. Не рашим, не пушим. Просто, ребята, ждите. Так, 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 атакуем, атакуем. Убил, убил, прикиньте, прострелом кого-то убил. Б помощь, Б помощь, Б нужна помощь. А, все, убили, один остался. Ой, красавчики, пацаны, последний остался. Давайте. На балконе, последний на балконе, последний на балконе. Да, убил, все. Фух, изи каточка, 4-3. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, можете в комментариях предложить карты для будущих видео. Также можете предложить ваши идеи. Так, вы как так быстро умерли? Вы рофлите! Вы как так быстро умерли? Вы адекватные! Я понял. Но, по крайней мере, я, ребят, пытался. Я пытался, но, увы, ах, 4-4. Ну что же, ребята, последний, завершающий и финальный раунд. Кто же победит? Черт возьми, насколько же потная каточка. Ребята, очень потная каточка, 4-4. Я лично вспотел. Фух. Давайте, пацаны, я верю в вас. Просто я верю в вас. Давайте, покажем, с какого теста мы сделаны. Так, так, так. Ой, красавчик. Ой, просто лучший. О! Так, так, ребят, тащим, тащим. Патроны закончились. Блин, пожалуйста, добей. У него 37 хп. Ой, красавчик, лучший, убили. Да, да, победа. Фух, ребята. Мы победили, мы это сделали. Вот за такие крутые видосы надо поставить огромный лайк, подписаться на канал КентоПК и написать любой хороший комментарий, потому что, ребята, это очень-очень напряженная битва, и мы это сделали, мы победили. Донатеры, черт возьми, победили ветеранов. Ну что же, ребята, всем вам большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш КентоПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.